Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня поговорим о таком растении, как Эпипермум пульхрум. И вот он плавает в толще воды. Сегодня суббота, был на рынке и, как всегда, с пустыми руками, с птички не возвращаюсь. Вот. Растение прикольное, интересное. Вот, покажу его поближе. Вот, оно из семейства ароидных. Растет вот так вот, как лиана, как бы стелится. Вот, сантиметров 15, вот, довольно-таки немаленькая. В дальнейшем оно будет перемещено в новый 200-литровый аквариум. Вот, сейчас обрежу корни. Вот, возьму кусочек лавы, возьму леску. Вот, примотаю его и размещу, наверное, вот там за нагревателем в левом углу. Он будет ждать там. Вот, кстати, когда покупал, продавец мне сказал, что вот это у него выросло за год, что растение очень медленно растущее и так далее. Хотя на самом деле я читал описание про это растение, и оно быстро растущее. Вот, посмотрим, в общем, как оно будет расти у меня в аквариуме. А сейчас я буду его приматывать. Так, в общем, примотал я растение к лаве, поместил его на его место, где оно будет пока временно. Все это выглядит вот так. Пленка, к сожалению, еще не сошла у меня. Так, ну вот, ребята, Эпипермум пульхрум. Растение, кстати, как пишется в описаниях, оно неприхотливое. Вот, его может содержать любой аквариумист. Вот, на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. Всего доброго!